Приветствую подписчиков и гостей у себя на канале. У нас сегодня будет ролик покупка. Я еду покупать интересную монету, бракованной 100 тенге. Сейчас осмотрю данную монету. Если она мне понравится, то, конечно же, куплю. Сейчас, когда проходил возле мусорных баков, то заметил, что лежали вот такие находки. Это у нас рубильники. И там наверняка есть техсеребро, поэтому это пойдет на разбор. Еще я нашел немного латуни в виде гибкой подводки. Вот она. Была обнаружена вот такая плюшка. Она похожа, что свинцовая. Свинец давно не попадался. И это очень радует. Все, идем дальше. На моем пути попался такой мусорный бак, но он похоже, что пустой. Недалеко от него находится арматура, такая вот торчащая, уходит в землю. С этой стороны то же самое, но я бы сказал, что она расположена небезопасно. Если была бы болгарка, то, конечно же, можно было бы спилить. Такой вот черный металл. Еще находка возле этого же бака. Какая-то проволока. И похоже, что это алюминий электротех. Готовый в чищенном виде. Снова есть находки. Так, это алюминий электротех. Здесь рядышком еще один провод, но его нужно будет чистить. Кстати, заметил, что в данном реке течет какая-то вода. Она похоже мыльная. Может быть, кто-то делает тут слив. Такая вот не очень хорошая ситуация. Потом эти стеки идут в реку. Вообще за такое можно даже получить штраф. Друзья, становится очень жарко, поэтому, думаю, нужно спешить домой. Вот такая находка. И вот здесь рядом лежит свинцовая грузила. Нормальные находки. Кстати, ребята, я обнаружил очень хорошие находки. Они, притом уж, медные. Все это добро лежало в мусорном баке, но там ходило очень много народа, поэтому я не стал снимать, а просто это по-быстрому забрал. Все лежит в нашей китайской сумке. Дома, когда придем, будем делать полный осмотр. Вот здесь лежат алюминиевые банки. Как раз такое тенистое место. Люди отдыхают и сбрасывают этот мусор. Очень много посаженных мелких деревьев. Ну, тут большая автострада, и поэтому, может быть, с одной стороны это хорошо. Они будут очищать воздух от разных выхлопов. Здесь я обнаружил кое-что интересное. Вон там находится одна алюминиевая банка. Впереди вон еще одна. И вот здесь, посмотрите. Это здоровенный алюминиевый кабель с четырьмя жилами. Сначала думал, что он тянется из земли, но оказалось просто такой вот обрезок. Посмотрите. Сейчас я его укомпоную и положу в китайскую сумку. Вот такая добыча на ровном месте. Какая-то запчастюлька. У меня снова мусорное место. Я нашел находки. Очень даже классные, я бы сказал. Это, походу, новая акционная Coca-Cola с крышками. Нужно будет посмотреть детали акции. Очень интересно, может быть, что-нибудь выиграю толковое. Хотелось бы, конечно, на это надеяться. Еще тут алюминиевые банки. Всего лишь одна.
Уважаемые друзья, сейчас надо мной нависла такая черная туча. Я думаю, что пойдет дождь, поэтому торопимся домой. Друзья, все находки получилось удачно доставить до дома. Я их сейчас перебираю. В первую очередь начнем с такого огромного провода. Он четырехжильный, это алюминий электротех. Буквально валялся на обочине дороги, ждал, когда кто-нибудь его заберет. Давайте сейчас взвесим и посмотрим, сколько будет тут веса до начала чистки, а потом посмотрим уже готово чищенный электротех и выясним разницу. Провод на весах. Его вес 875 грамм, хотя когда нес, казалось, что немного тяжелее. Все, теперь идем чистить данный провод. С проводами получилось разобраться. Я получил в итоге вот такую продукцию в виде готового алюминия электротех. Такой кулек блестящий. Некоторые, конечно, подумают, что очищать алюминиевые провода и, например, заниматься ими – это пустая трата времени. Но я думаю, что любое потраченное усилие все равно потом окупится. Когда будешь сдавать данный алюминий на приемке, то вспомнишь о проделанной работе. И подумаешь, не зря старался, поэтому взвешиваем этот кулек. Он потянул на 340 грамм. Вначале с оплеткой было 875 грамм. Выходит, что чуть более половины ушло на засор. И осталось где-то 40%. Для таких алюминиевых проводов это очень хорошо. Получается, что мы нашли толстые жилы. Давайте отправим их в нашу копилочку и пускай хранится до лучших времен. Это те находки, про которые я вам говорил. Все они были найдены в мусорном баке. Не знаю, как называется данная деталь, но, скорее всего, там есть кое-что интересное. Вот отходят такие медные провода. Клеммы, возможно, также медные. Будем потом проверять. Еще вот такая медь. Просто снять этот пластик и готовая продукция. Многие провода тут будем также обжигать. Переберем все. Это я сначала подумал, что была просто ржавая проволока, но когда ее потер, то понял, что это также чистая медь, просто на ней ржавый гвоздик, вот он. Ну, гвоздик уберем. Еще вот такие толстые жилы электротеха, здесь вообще просто огромные. Алюминиевый радиатор. И вот такая вот штука, как-то, по-моему, такую разбирал. В ней находится просто прекрасная медь,
толстенькие, живые. Сейчас попытаюсь ее разобрать и посмотрим, сколько в ней будет медяшечки. Заметил, что если его крутить с другой стороны, то там поддается на откручивание. Сейчас вот сами увидите. Осталось еще совсем немного. Одну удалось снять. Там виднеется толстая медь. Поскорее бы до нее добраться. Разобрал эту запчасть. Вот здесь остались два магнита. Но эту штуку можно прямо так бросить в черный металл. У нее отличный вес. Как раз пойдет к мелочевке. Это чермет. Вытащил такой вот ротор оттуда. Как я и говорил, медяха тут толстенькая. Сейчас полностью ее размотаю. Сниму там еще медь. Вот. И эти провода также пооткусываю. И мы их пустим на обжигание. Все, работаю. И смотрим потом вес меди. Ребята, попутно с этим ротором очистил алюминиевые провода, которые показывал, и они были с толстыми жилами. Вот такие вот толстенькие. Еще одна прибавка к алюминию электротех. Ну и вот такая вот медь. Та медь, которая была с пластиковой штукой, я ее очистил. С гвоздиком вот тоже медь. И медь с ротора. Давайте все это дело взвесим. Итого 190 грамм. Сам ротор позже обожгем. Вытащим вот эти вот ламели, или как они называются. Тут также будет немножечко медяхи. В общем, это оставляем на следующий раз. Это другие находки. Многое было найдено на обочине дороги, ну или в каких-нибудь кушарах. Еще нашел вот такой свинец. Ну это в самом начале, тоже из мусорного бака. Это на обочине валялось. Такая медная, медный проводок на обжигание. Есть готовый электротех снова. И вот такой, который нужно будет потом чистить. Гибкая подводка. Переключатели с серебром. Ну и акционная кола. Попробуем поиграть. Посмотрим, что сможем выиграть. Алюминиевые банки, собранные за этот раз. Там на обочине лежало много баночек. Но сейчас из-за жаркой погоды их много. Такой полный пакет. Посмотрим, сколько получилось. 1 килограмм 310 грамм. Наступило время посмотреть то, зачем мы ездили в этот раз. Мы ездили покупать бракованную монету номиналом 100 тенге. Для начала я покажу вам монету обычного фасона, но без брака. Обычный стольник. Вот, посмотрите. Это монетка 2020 года выпуска. А теперь, внимание, та монета, которую я купил, это брак. Сравните ее с обычной монетой. Сразу видно, что у нее сильное смещение в правую сторону, смещение центра. Монетка
2007 года выпуска. Кстати, такой монеты у нас в коллекции еще не было. Есть монета 2006 года и еще одна монетка. Ну а такой нету. И у нас получается расширение коллекции. Очень приятный такой брак. Надеюсь, этот ролик был вам интересен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Встретимся еще в новых поисках и будем дальше искать новые находки.